что до утра вливалось нас. Как гости собирались, как папа с мамой ждали, как дали мне огромный апельсин. Как было очень тесно нам, как дружно пели песни мы, и каждый пел не то, что приносил. Как выбрались в урочку, жену соседа дурочку, и как она счастья нажралась. Как села в таз с пельменями к всеобщему смущению, и в коридоре с мужем подралась. Как папа был хорошенький, как притворился лошадью, как он меня по комнатам катал. Держал он тоже здорово, потом сказал до скорого, и долго-долго унитаз пугал. Как жарко стало Ване, как он закрылся в ванной, как полную набрал и в ней уснул. Как будто в раннем детстве он сам не смог раздеться, и потому чуть-чуть не утонул. Как дядя с тетей Томой боролись в детской комнате, как дядя тетю Тому поборол. Потом качаться начали, измазались, испачкались, и дядя мне подушку распорол. Как Петька глупо пошутил, сказав, что он парашютист, и сиганул с шестого этажа. Как скорая приехала, и врач добавил смеху нам, сказав, что Петьке в гипсе год лежать. Мне очень все понравилось.